Очередное включение, с вами снова Никита Токарев. Я сейчас только что спустился вот по этой дорожке, вот с этого склона. Вот, иду дальше и смотрите, какая здесь полянка, какой вид открывается. Это недалеко от места, где мы будем разбивать свой лагерь. Вот смотрите, какие скалы здесь. Я вам показываю вид снизу. Здесь можно и скалолазанием заняться, и небольшой участок горного трекинга. Здесь вот есть спуск к реке. Сейчас мы увидим. В этой реке есть рыба, мы уже узнавали. В ближайшее время поедем сюда рыбачить. Вот такая река протекает. Сегодня 3 апреля. Природа только-только начинает оживать. Вот видите, листочки появились. Воды здесь немного. А на той стороне красивые поля. И возвращаемся. Да, и вот такие вот горные массивы. Скалы. Очень укромное место. Здесь можно устроить красивый пикник. Мы так и сделаем. В следующий раз вот здесь вот, мы организуем очень красивый пикник для наших друзей и для гостей. Приезжайте к нам. Ждем вас в Болгарии. С вами Никита Токарев.